По многочисленным жалобам жильцов 37-го дома в 14-м микрорайоне приостановлена деятельность сетевого магазина «Монетка», который находится по тому же адресу на первом этаже здания. Жильцы жаловались на превышение шума при разгрузке товаров, вибрации от холодильников и компрессоров. По жалобе выехали специалисты Роспотребнадзора. Они провели замеры уровня шума и вибрации. В результате выяснилось, что они превышали допустимые значения. Материал по статье 6.4 Кодекса об административном правонарушениях был отправлен в Губкинский районный суд. 14 апреля состоялось судебное заседание с нашим участием, с представителями «Монетки», где наши доводы о том, что данная ситуация отрицательно влияет на здоровье и благополучие людей, проживающих в данном здании, было принято во внимание. Было принято во внимание тот факт, что прошлый год три магазина закрывались также по материалам Роспотребнадзора. По решению суда приостановлена деятельность сетевого магазина в 14-м микрорайоне на 25 суток. За это время необходимо устранить все замечания, которые были выявлены сотрудниками Роспотребнадзора.